Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota RAV4 2019 года в белом цвете. Бензиновый двигатель объемом 2 литра, мощностью 146 лошадиных сил, АКПП полный привод, литые диски, хорошая резина, пробег 115 тысяч километров, имеются хромированные вставки. Пройдемся по салону. Темный ухоженный салон. Кожа. Не прокуренный. Имеется кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, антиюз, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, подогрев руля, подогрев передних сидений, электрорегулировка зеркал,